Здравствуйте. Всем привет, с вами канал Артмания. Мы тут троим у нас утро. А, действительно, девочка. Строим уже с утра. Да? У нас там полив идет на даче. Мы еще пока что на даче. Вот как видите, у нас полив, поэтому Димочка у нас дома пока сидит. Газон поливается. Хотя был дождь недавно. Да? Построила мама вот такой домик. Проснулась, даже еще покушать не успела. Сразу пришлось с Димочкой сидеть. И здесь рука отвалилась какая-то. Да, рука отвалилась. Вот так. Диму вот. Тут кормят цитрусами, говорили, вот бабуле нельзя. Она все равно кормит, вот сейчас будем смотреть, аллергия появится или нет. Уна, да, кстати, мы сдавали кровь, да, Дима? Ну вот иди туда лучше. Вот сюда иди, сядь. Сдавал Димочка кровь, все хорошо. Что за аллергия, непонятно. Осложнение после вируса. Какое-то. Сейчас упадешь. Да? Упадешь, сейчас упадешь. Да? Вот. Димочка всех врачей прошел, да, Дима? Все хорошо. Что ты идешь туда, ко мне? Тут пчела. Пчелу мы тут нашли. Дима, вернее, нашел. Вон она. Надо ее на что-нибудь беленькое положить. Показать. Она уже дохлая. Красивенькая такая. Другая какая-то. Ну, какой у нас домик. Ой, блин. Ай, сломала. А что такое сверху тут было? А, и динозавр большой идет. Вон какие. Здесь. Большой динозавр, что ли? Я знаю. Тут идет. На. Эй-эй-эй. Тут глупо. Ну, пальчиком ее достань. Аккуратненько. А, еще Дима нашел лупу. Какую-то. Лупу. Лупа, да. Дима ее называет зеркало, зеркало. Здесь зеркало-то это. Всю жизнь это она была лупой. Зеркало это. Лупа. Зеркало это когда ты видишь свое отражение. Я да. А камеру вот так вот. И все. Угу. Да. Да. Вот так вот я догоню. А все как. Я делаю так это. Камеру. А, не ломай. Дима, вот смотри, я тебе оставила тут. Смотри, целую кучу. Вот, давай делать будем вместе. Дим, смотри, это у нас будет кровать, смотри. Еще одна кровать, да? Это кровать у нас будет. Еще кровать, да? А вот это кирпичик, начало дома. Тут смотри, уже есть постройка у тебя? Тут постройка есть. А тут смотри, надо здесь что-то подумать. Тут кирпичик дома. Тут. Ну, машинки у тебя сколько тут, игрушек всякие там разнообразные. Машинка, здесь машинка. Здесь. Это сосед нам отдал. Вот, знаете, да, все равно. Он говорит, у нас все равно внук уже вырос, играть не будет. А у нас как раз в прошлом году мы приехали. Игрушек взяли мало. Какого-то вот такого конструктора, который возьмешь на дачу, не было. Это палка.
А, и там, кстати, в прошлом году я снимала. Там было еще Лего. Лего я домой забрала. Лего там хорошее. Вот эти. Это растеряется, а это вот попроще, на дачу можно. Лампу составить. Утасит лампу. И пусть лампу. А, так вот, Дима обошел всех врачей. И все, все у Димочки хорошо, слава богу. Осталось у нас только Лор. А поедет сходить. Мы потом сходим. И все, наверное. А, еще там у ортопеда были. Он сказал на массаж ножек сходить. Ну, это, в принципе, так всегда. Немножечко у Димы есть плоскостопие. Чуть-чуть. Ну, совсем немножко, вроде до 3 лет. Выровняться там все. Вот, чуть-чуть походим на массаж. Посмотрим. Может, я сама дальше доделаю, мне будет так проще. Потому что я очень сильно устаю. От таких прогулок. Дальних. Тяжелых. Соседи сюда делать. Батюшки, соседи. Зелать там. Что там Дима делает? Носик. Какой-то носик. Да. Нос вот так вот какой-то носик. Бумагу придерживай. О, все. Дождик. Ну да. А что? Надо уехать под дождь? Да. Ветерок. А те что, уехали что ли уже? Нет.